Остановился пообедать, покушал, достал свою блесенку. Вот она кушара сразу. Поэтому, ребят, вот в этом году вот эта блесна, форма блесны, ну, то, что я ее красил, отработала вот просто на 5 с плюсом. Которые на Волге с весны по поздней осени работают. Вот это и жерех, и щука, и судачок. В общем, вот эта форма, конечно, самая уловистая. Это ловило тоже хорошо, это тоже. Ну, в общем, берите на вооружение. Как бы всегда вот так приятно между делом еще кидать блесенку. Причем вот на эту блесенку весной щуки ловились даже на 5 килограмм. Ну, 4-5 килограмм ловил. И кушара тоже любит блесенку. Ну, блесна уже вся покосана. Такие вот матросы на копчуху. Ну вот и блесенка сработала. Крашеная. Это ж надо вот заглотить пол блесны, а? Жадина. Фу. Вот и жерех. Тоже на колебалочку. Вовремя успел под сак еще взять. Вот такой вот. На колебалочку, на зелененькую. В общем, не зря я их красил. Ох, как не зря.